Вчерашние испытания показали, что развесовка в этом положении оказалась очень удачной. Лотик выходил как бы на глиссер, нос задирался, и скорость в итоге оказалась 2,7 км в час. Сегодня я изменил угол наклона двигателя еще круче. Ставил другие прокладки. Ну и якорь сделал по-другому. Использую катушку. Посмотрим, как она себя зарекомендует. Выехал в 18:45, сейчас 19:08. 23 минуты получается. Скорость получилась 2,9 км в час.